Нижняя палата парламента Таджикистана 26 апреля утвердила поправки в закон об иных обязательных платежах. Вышеутвержденная поправка в закон предусматривает наложение дополнительного налога как на жителей страны, так и на иностранцев. Об этом пишет издание «Веста». Согласно этим поправкам, граждане Таджикистана, выезжающие за рубеж с целью туризма, а также лица, выезжающие в паломничество для совершения умры и хаджа, будут платить дополнительную пошлину. Также это распространяется на иностранных туристов. При въезде в Таджикистан они будут оплачивать государственную пошлину, размер которой определит правительство страны. Напомним, что в 2017 году поездку в хадж совершили порядка 6,5 тысяч жителей Таджикистана, а в 2018 году 7 тысяч граждан страны. Следовательно, отныне все эти граждане обязаны будут платить налог на совершение хаджа и умры. Пресс-секретарь Нижней палаты Мухаммадато Султонов в интервью информационному агентству «Авеста» рассказал, что поправки были приняты для формирования новых источников пополнения бюджета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.